Эта хоста называется калейдохром. Выведена в 2009 году. Размер у нее средний. Высота сантиметров 35, а в ширину 50-60 сантиметров. Форма роста вазообразная или фонтанообразная. Листья у нее плотные, зеленые, с яркими штрихами, полосками и точками желтовато-молочного цвета. Эта хоста быстро разрастается, и она не имеет склонности к появлению неправильно окрашенных зеленых розеток, как мы это называем реверс. Мне очень нравится эта хоста, потому что она у меня сидит в саду уже давно, и я действительно вижу, что реверсов она не дает, и я действительно вижу, что она быстро разрастается, поэтому все эти характеристики абсолютно полная правда. И для любителей необычных хост со страйк-окраской я советую эту хосту номер один, потому что она стабильная. Подходит и для солнца, и для полутени.